Волгоградская прокуратура утвердила обвинение против 45-летнего застройщика жилых комплексов, превратившихся в долгострой. По версии следствия, обвиняемый потратил часть денег, привлеченных на строительство, на другие нужды. Так, например, более 8 миллионов рублей он перечислил на счета 5 недобросовестных подрядчиков за работы, которые никто не выполнил. Еще 748 миллионов подозреваемый растратил на выплаты другим компаниям. В результате дома, которые должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, недостроены до сих пор. Без крыши над головой остались почти 500 семей участников долевого строительства. Люди обивали пороги всевозможных инстанций и даже выходили на митинги. Решить вопрос долгостроев удалось только в августе текущего года, благодаря субсидиям из регионального бюджета. Замороженное строительство возобновилось, а застройщика привлекли к уголовной ответственности. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Теперь обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Ксения Колоскова, телеканал «Волгоград-1».